Марк Формель – производитель качественного белья и одежды из Белоруссии. Широкий ассортимент для всей семьи. Нижнее белье, одежда для дома, спорта и отдыха. Чулочно-носочные изделия, термобелье. Ждем вас в торговых центрах «Мир» и «Новый мир». Кондитерская «Сливки» приглашает за вкуснейшими десертами, конфетами, шоколадом ручной работы и авторскими тортами. Свадебные, ко дню рождения, на юбилей и крестины. А какие здесь пирожные? Взрослые дети будут в восторге. Мы ждем вас по адресу: улица 30 лет Победы, 37. Магазин «Планета одежда. Обувь» открывает осенний сезон. Джинсы от 500 рублей. Утепленные стильные куртки. Совсем недорого. Кофты, рубашки, джинсы, брюки, юбки, платья. Модные наряды для работы и прогулок можно купить по максимально низким ценам. Всевозможные фасоны женских курток от 1000 рублей. В мужском отделе большой выбор спортивных костюмов и защитной одежды для любителей охоты и рыбалки. Пиджаки, брюки, костюмы двойки, тройки от 2000 рублей. Детские коллекции осень-зима по минимальным ценам. Обувь здесь в огромнейшем ассортименте. Туфли, ботинки, кроссовки для всей семьи. А также всегда в наличии сумки и аксессуары. Планета одежда обувь. Модно, не значит дорого. Торговый центр «Богатырь», второй этаж. Дизайн обоев немаловажно для создания интерьера. Определиться с фактурой, цветом и орнаментом вам помогут в обои-центре. Здесь более 10 тысяч видов обоев. Текстурные, однотонные, в цветочек, с геометрией и кружевом. Мировые производители – Россия, Франция, Германия – с интересными новинками. Итальянские удивят своими холстами. Современные обои, как художественные полотна – настоящие произведения искусства. Обои могут выполнять несколько функций в дизайне. Представленные экземпляры создадут разнообразные визуальные эффекты – мерцание, вибрация, имитация. Этнические мотивы, вне моды экстравагантные цветочные узоры, стилизация вышивки. В обои-центре можно подобрать обои для гостиной, спальни, детской, кухни, классические, новомодные, тематические, в стиле хай-тек и модерн. Ассортимент еженедельно обновляется. Команда «Что покупаем?» проверила. Пожалуй, именно здесь самый большой выбор обоев. Улица Сергея Безверхова, 2. Говорят, что на ярмарке верхней одежды более 3000 моделей. Проверим. Это новинка. И это тоже из последних коллекций. Красивые, модные, а главное, очень теплые. В каждой модели свой утеплитель. Тинсулей, синтепон, биопух. Новость для любителей отечественного производства. Все куртки и пуховики отшивают на российских фабриках. Поэтому вся одежда качественна и соответствует заявленному температурному режиму. Новые модели отличают отделка мехом, красивые молнии, интересная цветовая гамма. Демисезонные куртки и зимние пуховики до 70-го размера. Удлиненные и короткие, классического кроя и нестандартных фасонов, статусная классика и молодежные варианты. Разнообразная цветовая гамма. Вот такие прекрасные курточки на ярмарке верхней одежды. Здесь один из всех. Проспект Ленина, 39. Вход рядом с рестораном «Донна Пицца». Сегодня мы расскажем, какой тюль и портьеры нынче в моде и как идеально завершить с их помощью дизайн интерьера. Магазин «Обои-центр». Здесь вы подберете изумительные варианты для окон. Однотонные или с рисунком, единым полотном или кружевом. Расцветки, фактура и материал тюля разнообразны. Лен-дождь, французская сетка. Колоссальный выбор новинок тюля. Отличный вариант для изысканного интерьера. Тюль-баклава. Стразы, золотая вышивка. Такой красоты я не видела еще ни в одном магазине. Но не только тюлем богат ассортимент обои-центра. Километры портьерной ткани впечатлят даже самого капризного покупателя. Вот такие портьеры – идеальный вариант для классического дизайна. Портьерный мрамор – новинка в украшении окон. Алый, оливковый, горчичный, пудровый. Очень приятные ткани – низкие цены, а самое главное – бесплатный подшив. Да, вы не ослышались, при покупке подшив по размеру бесплатно. Команда «Что покупаем?» в восторге от такого количества портьера и тюля. Кстати, впечатляет и ассортимент карнизов. Обои-центр, улица Сергея Безверхова, 2.
Сегодня мы снова в магазине «Светофор» и расскажем вам о большой и дружной семье Гужиных, которые приезжают сюда каждую неделю. Лиля со старшими детьми делают покупки на неделю. В ее списке бытовая химия, крупы, макароны, молоко, колбасы, сладости. Я выбрала свои любимые шоколадные конфеты. А я жалею. Арбузы. Лиля очень экономный человек и заботится о здоровье своих детей. Поэтому «Светофор» для нее стал основным магазином. Очень большой магазин, в котором хороший выбор для нашей большой семьи. Чаще всего только здесь мы покупаем. Сразу много, сразу на долгое время. Все и в одном месте. Лиля купила товары для дома, игрушки и продукты на неделю. Все покупки обошлись ей не более 2000 рублей. Сэкономила почти в два раза от среднерыночной цены. Магазины «Светофор». Низкие цены и хорошее качество.